Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Значит, в первую очередь хочется сказать, что, конечно, я вам сочувствую, потому что ситуация, в которой вы оказались, неприятна для любого человека. Вот, и то, что она неприятна и болезненна для вас, это абсолютно нормально. А то, что вы нуждаетесь в поддержке, хотите поддержки, хотите какой-то веры в себя, это очень нормально, абсолютно. Мне кажется, что у вас жизнь складывалась так, что вы не получали этой самой поддержки ни от кого. Все только вас вот обесценивали, гнобили, да, и так далее. И это, конечно, очень тяжело с одной стороны, и вполне вероятно, что в какой-то степени озлобило вас с другой стороны, потому что, ну, вы привыкли вот защищаться, привыкли, что вам нужно успех выгрызать, вот, и так далее. То есть это, по сути, борьба. Вся жизнь — это борьба ваша. Я не знал, сколько вам лет, вы не написали. Но было бы, конечно, хорошо, если бы вы написали, сколько вам лет, это было бы полезно. Вот. Ваша жизнь — борьба. Мне кажется, что вы как такой, знаете, колючий ёжик, который ждет постоянно ждет, что на него нападут, что его как-то будут оспаривать, то как-то будут вот к нему относиться негативно. И мне кажется, что вот то, в чем вы нуждаетесь, это в некой такой безопасной, я бы сказал, зоне, да, безопасной ситуации, если угодно, безопасной такой ситуации. Безопасной атмосфере, в атмосфере безопасности, где бы вы могли расслабиться, вот, где бы вы могли спокойно научиться себя слышать, спокойно научиться себя воспринимать, ну, позитивно, да, скажем так, позитивно себя воспринимать и не бояться нападения. Ну, вот. Тем самым обрести некоторый ресурс, силы, возможности для
своего движения вперед. Дальше по жизни. Так далее. Сейчас у вас таких ресурсов нет. И вам очень тяжело, потому плюс у вас много обид и боли. Вот задача психолога в данном случае — это, ну, как я вижу, как я его вижу, эту задачу, это помочь вам прожить, во-первых, ваши негативные эмоции, негативные чувства, которые у вас есть, которыми вы переполнены. Вот. Согреть вас принятием, безусловно. Вот. И поддержка. И поддержка. То есть вот чтобы вы именно получили вот поддержку, которая вам нужна. Которая, вообще-то говоря, любому человеку нужна, но вот вы в ней испытываете, понятно, что острую потребность. Не совсем понятен ваш вопрос, то есть вы вроде бы вот свою историю написали, вот, а вопрос нет. Ну, то есть никакого вопроса вы не оставили. Вот. А, ну, как бы, какую задачу вы ставите психологам в данном случае? Я бы сказал, что не совсем понятно. Вот. Потому что, ну, а задача тоже много зависит. Вот. Ну, не всегда человек может понять, что он хочет, что ему нуждается. Не всегда человек может это понять. Вот. Поэтому я бы здесь рекомендовал бы себя не давить, да, то есть то, что я спросил, это просто вот вопрос и все. Вот. То есть, ну, в том смысле, что вы не должны пытаться вот, ну, найти ответ на этот вопрос, вот, особенно если у вас сейчас нет, ну вот. А я бы больше предложил бы просто обращаться с вашими чувствами, эмоциями, которые у вас вот есть, которые у вас очень ярко, как мне кажется, горят, вот, и которые разрывают вас и, к сожалению, разрушают. А, собственно, вы говорите, что выбрали литературу. И это хорошо, если вы выбрали ее, ну, что называется, добровольно, да, то есть это был свободный выбор ваш, литературу.
Если дело тут хорошо, то выбор тоже все хорошо. Но я не совсем понял момента, связанного с тем, что вам что вам нравится. То есть нравится ли вам литература или нет. Вот. Чем обусловлен такой выбор. Вот чего я не очень понял. Если вам это нравится, да? Если вам это если вам нравится это, то хорошо, но я бы сказал, что вы не похожи на человека, да, который счастлив. Вы не похожи на ту, кто получает наслаждение. Вот. Также не совсем понятно, почему, как вы говорите, вас не взяли в университет. Вот. То есть, ну вот, с чем связано, что вас не взяли в университет. Также не совсем понятно, вы говорите, что, ну, вас обвиняют в том, что вы ничего не делаете, вот, что вы ничем не занимаетесь, вот. А чем вы хотите заниматься? Что сейчас для вас актуально? Вот, что вам, не знаю, нравится и так далее. Вот. Потому что об этом вы как-то вот ничего не говорите, по сути. Вот. А больше вы говорите о том, что вас никто не верит. А, это важно. А, конечно. Вы поймите правильно, да? Это важно, что вы чувствуете, что вас никто не верит, вас это, ну, по факту, ну, деморализовывает, вот. А это понятно, но мне кажется, что есть и другие элементы, на которые вам нужно обратить внимание, да, например, элементы, ну, такие элементы, что интересно вам, вот именно вам, что интересно, чем вы хотите заниматься, что вам нравится и так далее. Ну, вот. То есть это другая сторона, как бы, то есть вот, помимо той стороны, что у вас есть проблемы во взаимоотношениях, там, с мамой, допустим, мамой, и окружением, да, ну вот, своим окружением, который вас не любит и прочее. Это еще вот такая сторона, тоже важно. А, следующий момент, это то, что вы, ну, ругаетесь с мамой, вот как вот вы говорите, да, что я ругаюсь с мамой. Какой ваш вклад в конфликт вот, с мамой? То есть
Она ругается по своим причинам, основанным. А вы ругаетесь, чтобы что? То есть какой ваш вклад в конфликт, в ссору и так далее? Если есть, точнее, есть, безусловно. Давайте постараемся на этот вопрос с вами найти ответ и разобраться в ваших чувствах к себе, к маме и так далее, и прочее. Вот. Я бы так это озвучил бы. Причем понятно, что это будет нелегко. Вот. Понятно, что вам будет не просто, вам будет, возможно, вам будет болезненно, но, тем не менее, важно прожить эти чувства. Следующим важным аспектом является личные границы. Вот. То есть, наличие границ личных, когда при взаимодействии с людьми. Вот, чтобы вы четко для себя видели, вот, где условно я, да, вот, а где там, условно другой человек, чтобы не было такого, что личные границы размывались. Ну, это не так просто сделать при определенных условиях. Потому что, если вы, например, не привыкли, да, если вы не привыкли соблюдать личные границы, следовательно, если вы не привыкли, то это не так легко. Но вы удивитесь, насколько вам будет легче, если вы начнете эти самые границы замечать. Вот. Тогда вы будете менее напряжены. При общении с людьми, вот, вы будете менее тревожны, более спокойны, вот, и возможно, вам уже не понадобится как-то вот ссориться, да, возможно, не понадобится что-то выяснять, вам, я имею в виду,
И в целом вы получите возможность быть ну, в большей степени собой, вот, в большей степени естественно быть. И, конечно, это может не понравиться там вашей маме, конечно, это может не понравиться вашему окружению, но обратите внимание на это, просто будете создавать новое окружение, вот, которое позволит вам отражать ваши интересы, ваши предпочтения, вот, ваши приоритеты, которые вас, ну, которые у вас есть. Вот. И таким образом двигаться вперед. Вот. А вот то, что я хотел вам сказать сейчас, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения опыта, моего опыта, опыта психотерапии, конечно. Вот. И что я хотел сказать еще с точки зрения своей философии и мировоззрения, которое у меня есть, а также практики. Вот. Безусловно, безусловно, безусловно. Я понимаю, что вам сейчас тяжело, вот, но подумайте о возможности психотерапии. Вот. Это изменит вашу жизнь. Отвечая в заключение на ваш вопрос, почему вас никто не верит, потому что люди боятся, что вы станете лучше их, но вам ведь абсолютно ничего это знание не дает. Вам ведь абсолютно ничего не позволяет это знание. Так что советую вам обратить внимание на то, что я раскрыл в своем ответе. Буду благодарен за обратную связь на него. Желаю вам всего самого доброго и удачи.